Велогонщик Sky Кристофер Фрум одержал победу в итоговом зачете Вуэллы 2017. Это уже пятая по счету победа британца на веломногодневке. Отмечу, в 21-м этапе первым к финишу пришел представитель команды Quick-Step Матео Трентин. Одновременно с ним черту пересек велосипедист Астаны Мигель Анхель Лопес, который в общем зачете занял 8-е место. Молодому гонщику всего 23 года, ему уже сулят грандиозный успех в мире спорта. В целом, Астана Pro Team не осталась без больших побед. Гонщики казахстанской команды выиграли 3 этапа и стали первыми в командном зачете. Напомню, гонка проходила в Испании и длилась почти месяц. Все эти дни за противостоянием 22 команд наблюдал наш корреспондент Ермухамед Маулен, который первым успел пообщаться с героями вечера. Задачи мы выполнили перед командой, перед ребятами стояла задача, да, побороться за этапами, за этапы и в командном зачете. То есть победить здесь было нелегко. То есть ребята справились. И вчера вы сами видели, что каждый день бывает непредсказуем. То есть, ну, во-первых, хочу начать, наверное, с Алексея, что он порадовал нас с Луценко с первых этапов. Он был настроен на эту вуэльту, то есть сам попросился, я его поддержал.